Добрый день, дорогие друзья, также все, кто присутствует на моем канале. Сегодня хотел с вами поговорить о каркасном доме. Наконец-то наступила весна, и мы дождались начала строительства. Вот. В этот раз мы будем строить каркасный дом 8 на 9 с мансардом. Вот. Этот дом схематически я так зарисовал. Он имеет 8 метров в ширину и 9 метров в длину. Высота до конька крыши 4 метра. Вот здесь 1,5 метра будет отступаться, будет зашиваться мансардная часть этажа. Сейчас дальше в схеме я это покажу. Также я вам покажу смету этого дома, а именно сколько стоит материал, какое количество. Вот. Думаю, будет вам интересно узнать стоимость этого дома. Итак, приступаем к рассмотру подробно. Вот такой получился план дома первого и мансардного этажа. Первый этаж, вход. Одна комната 16 квадратных метров. Зал 20 квадратов. Потом кухня 16 квадратов. Лестница на второй этаж. И санузел 6 квадратных метров. Окна пока относительно произвольны. Возможно, каких-то не будет. В двойном количестве, может, одно будет. Пока еще заказчик уточняет этот вопрос. Но одно остается известным, что окна будут 2 метра в ширину, то есть трехстворчатые везде. Вот, первый этаж имеет такой размер. Второй этаж, вот лестница поднимается. Вот это. Вот здесь маленький коридорчик. Здесь по 1,5 метра, как я говорил, зашивается крыши, потому что здесь нету смысла. Маленькое расстояние поката. Вот. И идет 20 квадратов одна спальня и 15 квадратов вторая спальня. Вот такой вот план, зарисованный схематически со слов заказчика. Все в эконом-варианте. Вот. Сейчас дальше покажу саму смету. Итак, вот она смета. Для начала мы посчитали лес. Доска идет у нас 150 на 50 стоечные. Также они же идут на фермы. И на второй этаж перекрытие. Всего 315 штук по 6 метров. Дальше 200 на 50 это лаги на первый этаж. Почему на второй этаж мы не взяли такие же лаги? Потому что второй этаж идут, собираются фермы, они более усиленные. Вот, поэтому нету необходимости 200-й лаги, чтобы поэкономичнее было. Вот. И 150 на 25 это идет обрешетка. Обрешетка для металлочерепицы. Также идет подшивка потолка. Вот. Первого и второго этажа. 102 штуки по 6 метров. 300 на 55 штук это временная лестница. Вот, то есть широкая доска на 330 сантиметров. Всего леса получилось 1884 куба. Куб по 6800 получилось 128 112 рублей. Это я говорю про Волгоградскую область цены. Вот. Так что вот так вот. Ну, на крайний случай просто подставляйте сюда свою цену и получаете уже свою смету. Металлочерепица 114 квадратных метров с учета выпусков для подшивки отливов. Получилось, по-моему, по 370 рублей. Получилось 45 565 рублей. ОСБ 12 мм. Кроношпан 50 листов. Обычный ОСБ, не влагостойкий, то есть подешевле. Вот. Потом утеплитель каменная вата 50-й плотности 500 квадратных метров. То есть идет в 3 слоя по 5 сантиметров. Набирается полностью 15 сантиметров стойки. Получается поэтому 500 квадратных метров. И потолочное перекрытие тоже. То есть в это входит.
гидроветрозащитная мембрана 400 квадратных метров, огнебиозащита для досок, обрабатывать их будем 200 литров. Вот. Это все вместе вышло на 86 366 рублей. Почему я все это вместе посчитал? Потому что мы как бы с одного места это заказали, и нам такой чек выбили. Я как бы его и написал, чтобы не разбивать. Дальше идет бетон, фундамент. 60 на 40, сделали на 60. Так хотели 40 на 40 сделать. Так как решили повыше поднять, просто заказчик попросил. Получилось 9,76 метра кубических. Столбы 24 штуки, диаметр 30 сантиметров. Вот, это 1,7 метра кубических. Все вместе получилось 11,5 метра кубических. Аренда машины 2000 рублей. Две машины, получается 4000 рублей. И куб бетона 2850. Значит, все вместе получилось на бетон 38200 рублей. Дальше идут гвозди ершенные на 10 тысяч рублей, сотки. Окна посчитаны трехстворчатые на сумму 57 тысяч. Входная дверь 10 тысяч. Но еще будут рассматривать, то есть мы заложили просто 10 тысяч в смету. Заказчик еще будет приценяться, поэтому здесь под вопросом. Сайдинг 150 квадратных метров с учета запаса, так 130 метров. Ну, с учета подрезки и всего остального. Умножаем на 300 рублей, получается 47 тысяч. Плюс 4 угла по 500 рублей, 2000 рублей. Гипсокартон 12 мм. Обычный, невлагостойкий. 130 листов. Получается 27 300. И профиля. Профиля идут как перегородочные, так и стеновые. То есть 27 на 28 и перегородочные 75-е профиля, я считал. То есть в общей сложности это все выходит на 30 тысяч рублей профиля. Саморезы к ним. Саморезы, также кровельные саморезы на сумму 20 тысяч рублей с запасом. И арматура. 300 метров в погонах, 12 миллиметров. Это относится к фундаменту. То есть арматура по 30 рублей посчитано, забито. Получается порядка 9 тысяч рублей. В смету единственное не включены доставки. Одно известно, доставка леса 24-кубовый КАМАЗ. Вот, он стоит 7 тысяч. И так как это находится 55 километров от города Волгограда, вот, поэтому доставка будет стоить 7 тысяч. Вот. Ну а по остальным позициям уже по факту там порядка 1,5-2 тысяч, наверное, будет стоить машина. Вот. В общей сложности получилась такая сумма. 510 тысяч 543 рубля. Вот. Это все включен гипсокартон, сайдинг, каркас, окна, утеплитель, черновые полы. Вот, лестница временная. Вот, в принципе, вот такой расклад. Если кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Мы уже в следующем видео встретимся на территории. Будем заниматься устройством фундамента. Копать, лишнюю землю выкапывать. Заниматься опалубкой. Вот, поэтому до новых встреч, думаю, будет интересно. Буду подробно объяснять все ведение работы, чтобы было доступно даже простому, обычному, незнающему человеку. Поэтому, кому если нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до новых встреч!